сажусь в такси, бамблю. Кстати, скоро, ребят, выйдет статья обо мне в журнале с новыми историями, веселые истории. Крант, это папа Фляж. Веселые истории в журнале. Пам-пам-пам-пам, ссылку скину. Новые истории там будут, свеженькие. А я не записывала видео и не хотела этого делать. И бросать не хочу, и записывать не хочу. А мне сказали, ну и не записывай, если не хочешь. А я их не хочу. И бросать совсем не хочу. И что делать? Я так делаю. Поэтому у меня нет видосиков. И флешки потерялись. И камеру хочу крутую. Мало ли, что я хочу, да? Цветов хочу, айфон хочу. Жрать и не толстеть. Это, наверное, скорее всего, даже мое самое главное желание. Хотела в прямой эфир выйти. Не вышло. Видите, вообще ничего не делаю. У меня есть чем заниматься, а я ничего не делаю. Прикольно, да? Тюленю. Мои товарищи, которые были на двух предыдущих видео, выходят. Даже не знаю, что они будут убедить. Садись, пожалуйста, с другой стороны. Привет. Привет, привет, привет. Как дела у вас? Ну, у нас всегда хорошо все. Да? Да. Сыщется с тебя песок. Я шучу. Все, да я шучу, ну что ты обижаешься? Я тоже сыплю. Вообще, еду такая, и недавно мысль такая. Знаешь что, Оль, а ты ведь это, девушку по вызову, да? Иногда очень дешево. 100 рублей стоит, что ты приехала. Это дорого. Дорого это как? Не, ну дорого хотелось бы, знаешь, что приехать 5000 дали долларов. Я уехала в туман. Нет, ну, конечно, не. Не, 5000 долларов хочется, но надо вообще не париться о своих желаниях. Миллион, миллион, вообще не вопрос. В голове бедность. И давно себя поймала на мысли, что желания исполняются. Да, вообще разные мои, у меня много каких желаний, которые я загадывала, писала раньше. Кстати, как-то даже пахучку пошла, купила. Вот так я хотела, чтобы машина у меня была. Это правильно, просто четко формулировать желания. А еще, когда они исполняются, это секретик мой такой, когда у вас уверенность, что вот у вас вот это есть, но не сейчас, вот, ну просто чуть попозже. Ну вот, это как, знаете, объясню. Вот я была уверена, что я буду водить машину. Была, вот, ну просто вот, ну не сейчас, вот. Даже когда у меня своя машина была, я была на пассажирском, он говорит, Оля, когда ты сядешь за руль? Я говорю, ну естественно сяду, у меня уже машина есть. Но не сейчас, вот позже. Хотя вот некоторые могут взять и продать, да, там, но в любом случае, вот эта вот внутренняя уверенность, она должна присутствовать. Когда она появляется, что у вас вот-вот-вот все, и вы спокойны становитесь при этом, оно будет.